Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 1172 рубля баланс на топ скине, и прямо сейчас я вместе с вами буду пробовать поднимать нож. Еще один прекрасный день с бомжа до ножа, когда я выбрал, ну давай говорить честно, самую маленькую сумму, потому что 1000 для такого сайта, ну это ни о чем. И мы будем пробовать открывать разные кейсы и пробовать выбивать ножик. Цель сегодняшнего ролика — сделать нож за 10, 15, 20 тысяч рублей и вывести его. А вот что куда ему занесет нас вообще сегодня и вообще занесет ли, я не знаю, потому что кейсов нереальное количество. Поэтому, пожалуйста, попрошу тебя поставить свой царский лайкосик, просто возьми и прожми его. Я знаю, что для тебя это одна кнопка. Просто сделай это, мне будет очень приятно, ведь ты просто поддержишь мой канал. И, конечно, не забывай, что если когда-то вдруг ты зайдешь на топ скин, заходишь поиграть, нажмешь на пополнение, ты можешь использовать промокод А. Самый рабочий и самый окупаемый промокод. Просто буква А, маленькая либо большая. Без разницы. Всегда будешь получать бонус в виде 30%. Абсолютно всегда. Например, если ты закидываешь 1000 рублей, получаешь 1300. Закидываешь десятку, получаешь 3000 сверху. Совершенно бесплатно. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Ведь помимо того, что это даст тебе плюс 30%, промокод А, он тебя еще и окупит. Поэтому обязательно использую его. Фух, а мы можем начинать. Ну давайте, как обычно, опустимся в наши любимые дроп мани кейсы. И вот сегодня, блин, мужики, мы проверяли очень много кейсов. Мы начинаем с неонки, мы начинали с механки, мы начинали с эко, мы начинали с кровавого спорта. То есть последние разы, когда я заходил на сайт, баланс был исключительно 700-600 рублей. Но сегодня косарь. Давайте воспользуемся этим и откроем ТАП. Почему ТАПа? Я думаю, что это один из самых окупных кейсов, которые только есть из коллекции Drop Mining. Есть два кейса, которые мне... Нет, да, их много. Мне нравится Хайпер, мне нравится Азимов, мне нравится Ненуарочка, Гидропонка, Поток и Пустынный Постанец. Плюс мне нравится Бульдозер. Ножевой такой себе. Но вот это просто выше всех моих похвал. Ладно, давай откроем, а то сейчас нахвалю кейс, в итоге мне ничего не выпадет. И по итогу я просто солью. У нас, кстати, 241 рубль. Поэтому, если нам сейчас хотя бы не падает 500 рублей, мы слили все в нулину. Пожалуйста, топ скин. Идеально. Вот идеально. Из того, что... Понимаешь? И это просто одно открытие. Две императрицы. Я на секундочку подумал, что ничего не выпадет. И подумал о том, что он должен дать нам справедливость и Мортиса. Он выдал две императрицы. 5552 рубля у нас на балансе. Просто с одного открытия. Так, неплохо. Давай тогда попробуем сейчас пооткрывать абсолютно все. Ну хотя давай нет. Давай попробуем упереться в нож. Потому что если выпадет нож, это будет уже очень круто. Но опять же, с 5000 рублей нож... Это, конечно, сказки Андерсона, но мало ли может быть. Короче, с этим кейсом очень интересная история. Во-первых, он супер прибыльный, потому что когда ты его открываешь на 5000 рублей, у тебя 5000 рублей не тратится. У нас сейчас на балансе 3900, а это значит, что мы потратили только 1100. Что сейчас будем делать? Сейчас мы вместе с вами его открыли на 5 раз. Если ножа не будет, давай попробуем покрутить, пока не будет примерно 1000 рублей. Если будет 1000 рублей, пойдем опять в ТАПа. Просто я очень сильно хочу нож. И когда я в первый раз заходил в этот кейс, он со 100 открытий выдавал 2 ножа. В последнее время, да, как-то очень слабенько, туда-сюда, что-то вообще прям не идет, но в целом, может быть, сейчас и выпадет. Хотя вот опять же, да, я говорю, может быть, значит не выпадет. Но будем крутить. Будем крутить, пока не останется 1000. Если останется 1000, у нас есть еще один более интересный кейс, чем ТАПа, я тоже сильно хочу его проверить. Короче, сегодня ролик максимально крутой. Потому что у нас есть возможность пойти в ножевой. Вот эта возможность сейчас выбить нож, она очень крутая. Потому что несмотря на то, что мы сейчас можем все проиграть, а можем, кстати, и выиграть. Короче, давай пробовать, а там как пойдет. Потому что, ну, хотя вот да, вот как пойдет, я сказал. А уже не пошло. То есть мы сейчас открываем на 1200, у нас 1000 рублей. И это последняя попытка. То есть если сейчас не будет ножа, все. Это последняя попытка. Ну ладно, 1000 рублей. Блин, я очень сильно хотел попробовать Ненуарку, либо попробовать Пустынного, либо Хайпера. Но сейчас я понимаю, может быть, попробуем еще раз ТАПа? Может быть, просто я на первый раз захожу в ТАПа, и первый раз он окупает, а второй раз, когда мы его откроем на 100, он так не окупит? Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Нет, USP-предатель.
Два USP предателя. Слушай, неплохо. Давай, наверное, еще, наверное, разочек. И еще император. Хорошо, три пушечки есть, можно и поесть. Но я думаю, это 1003, возможно, даже 4. Ой-ой-ой, сейчас будет грязюка. Что сейчас мы будем делать? Это просто и еще императрица. Две императрицы, одна USP предатель. Проверю в профиль, сколько это. Продаем один император за 1100 рублей. И у нас получается 1200 на балансе. И еще 4000 в инвентаре. Не стал, пацаны, продавать абсолютно все, потому что сейчас будем выводить. Тогда давайте сделаем следующим образом. Ну, давайте сделаем. Просто я очень сильно хотел ножик. Понимаю, что ножик, возможно, у меня сегодня не будет, поэтому мы откроем разные кейсы просто на много количество раз. Например, выпадает императрица, выпадает Мортис, выпадает император. Выводим. До этого 5 скинов. Выводим. То есть у нас уже 4000 плюс... А, так это нож. По факту мы сейчас уже выбили ножик. Так, подожди, давай проверим. Вот сейчас очень интересно. Листаем внизик, 200-200 и еще 1000. Так, ну давай тогда, знаешь, как сделаем. Императрицу не будем продавать, потому что она самая дорогая. Мы выбили императрицу и два макс седьмых. Давай вернемся, посмотрим, сколько императрица. Уже почти ножик. И еще на 1800 откроем тапа. Короче, сегодня грандиозная проверка кейса тапа. Чтобы вы понимали, это самый, ну, можно сказать, окупаемый для меня кейс, потому что мы открыли его на 4 раза, и он до сих пор окупает. Если там было 8, это 9, 10 с половиной, 11, 12. Короче, здесь почти уже 12 тысяч выбит. Поэтому, мужики, обязательно поставьте лайкосик, просто поддержите этот видос лайк, извините, что я отвлекался, просто мне приходило покушать, плюс еще звонили, поэтому нужно было останавливать ролик. Даже когда мы открыли на 50 раз, он выдает мне 2, это жесть. Обязательно поставьте лайк, обязательно, и если будете играть, используйте промокод А. Это самый рабочий, самый окупаемый промокод, который только здесь есть, он дает самую большую сумму, ну а мы пошли выводить, там 1015.